Риск уйти под землю вместе с домом у местных жителей велик. Вот только страха в глазах горожан не видно. Постановлению городского главы о предоставлении квартир в центре города люди не верят. Они требуют гарантийного письма. Конкретно. Квадратный метр указатель, дом номер указатель, да, что мы гарантируем, я как аким города, зам аким области, гарантирую, что им будет предоставлено жилье. А мерде, біз қарастырамыз, біз іздейміз, біз үйтеміз, біз бүйтеміз, оның бәрі в облаках. Сегодня представители Ембекшинского акимата в очередной раз встретились с местными жителями, чтобы попросить их переехать во временно предоставленное жилье. Вот только жители своего решения менять не собираются и намерены оставаться в своих домах, несущих опасность. Отступаться не намерены и ответственные лица. Власти уже внесли оплату за временное жилье. По дому техохраны 1 проведена оплата, чтобы они переселились. Жители Иманкулы и Дусенова не переселяются по одной простой причине. То есть они частью родственников живут, вам говорил Иманкулов господин о том, что он будет переселяться, ему не нужно временно, а ему нужно уже та квартира, которая будет приведена по госзакупу, только тогда он будет переселяться. Вот в чем вопрос. То есть дайте сразу мне квартиру, та, которая будет заменять мой дом, только в этом случае я переселюсь. Напомним, что в январе этого года по улице Деповской обрушился канализационный коллектор. Аким города объявил о чрезвычайной ситуации, который позже был снят. Двум семьям, чьи дома расположены в непосредственной близи, аким Шымкента распорядился предоставить жилье и подписал постановление, которое должно быть исполнено в течение 2 месяцев. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».